Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Сегодня даже не республиканская акция, ее можно назвать международной. Майский вальс. Эта акция будет проходить во всех школах города Кустаная, во всех школах Казахстана, во всех школах еще 6 государств – России, Азербайджана, Кыргызстана. Мы с радостью приняли эту идею, потому что чтить память имени ветеранов, тем более в этом году 70-летие памяти Победы. И это действительно хорошая идея. Тем самым мы можем показать то, что наше нынешнее поколение, которое сейчас живет под мирным небом, что мы помним, действительно знаем, какую они цену заплатили, чтобы сейчас мы жили счастливой и интересной жизнью. Для меня это значит очень много. В первую очередь это почтить память, это возможность почтить память и показать всем, что мы помним, что мы чтим это все. Еще скажу, что это республиканская акция, и много республик ее проводит, так что это ощущаешь себя как бы частью чего-то большего. Ну, конечно же, это воспитание нравственных качеств детей, подрастающего поколения, чтобы они ценили тот мир, в котором они живут, то, все, что делается у нас в государстве, мы живем под мирным небом, в дружбе народов. Вот это они должны ценить, и так как это будущее нашей страны, но они это должны сохранить.